Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Волксупер, и я играю на версии Майнкрафта сборки под названием Powercraft. Играю не один, а с моим другом... Волф. Как тебя зовут, говорит? Третий раз говорит, ладно, коп 534 или киллер коп. Да-да-да, все правильно. Итак, вы, наверное, сейчас засмеетесь. У меня, вернее, я напортачил кое-что. Я два раза остановил видео. Вот, а это все снималось. Кстати, я его за это вот сейчас, иди сюда, Вол. Леща дашь. И зрители увидят все, что ты сказал. До съемки и во время съемки. На тебе леща. Ну подумаешь, какой-то киноляп. Киноляп? Ну не киноляп, а ошибки летсплейщика. Ну ладно, ладно. Ну с кем не бывает, подумаешь, нажал кнопку. Ладно, ладно. Что ты хочешь, это второе видео на моем канале? Знаю. Так, у меня уже много дерева, давай построим хотя бы перекочевальный дом. Не, давай уже основанный... Я пока верстак. Давай. Я хижину строю. Достижение. Слушай, стой. Стой-ка маленечко. Вот я... День, сделай дырку, чтобы я верстак поставил. Так, поставил. Ой, вернее, сделал. Все, верстак есть. Сейчас у меня 5 бревенышек. Я сейчас сделаю кирочку быстренько. Сейчас я кое-что тоже сделаю. Что-то боюсь я маленько. Так, надеюсь, сейчас я видео не выключу, как тот раз. Уже 4-й, да, будет? Эпик фейл. Волф. А, называй по имени, да, все. А, ну тогда и мои зрители будут знать, как меня зовут. Меня зовут Данил. Да это всем известно. Из моей шахты, я тебе... Слушай, давай не здесь, шахта-то возле дома почему-то. Давай, знаешь, где покажу сейчас кое-где. О, ты тут верстаков понаставил. Вот здесь, смотри. В два блока копай. В два блока? Ну, вот так вот. Ну, понял, я понял. Ну, в одну каску? Сейчас я буду пока дом обстраивать. Хорошо, ты у нас сейчас роль некой женщины исполняешь. Слушай, а дай мне кровать свою. Лови. У тебя микрофон на скине. Что видно? Микрофон. Микрофон? Да, а у меня, ну-ка, у меня просто платок. Это, да, точно. Ну потому что же ты летсплейщик, ты же говоришь в микрофон. Слушай, а сколько мы уже времени снимаем? Ну, должно быть написано наверху запись там. У меня 3 минуты. Ну да. А тебя сколько? Я предлагаю? Может, мы сейчас закончим серию и новую начнем снимать? Ты это уже второй раз спросил. Ой, сказал. Ну только на записи на твоей это уже много раз будет. Так, стоп, стоять. Ладно, я что предлагаю, давай сейчас реально перезапустим, как бы это, заново начнем, уже вторую часть. Не знаю, давай лучше 20 этих минут потерпим. А сколько осталось? У меня, ну-ка, у тебя сколько там? У меня еще очень мало времени осталось, я думаю, я сейчас закончу. Да не, лучше не заканчивай, потому что по расписанию уже все-таки все идет. Ну так, тогда мне надо остановить видео или что сделать-то, потому что я... Сейчас я проверю, сколько я снимаю. Ну там наверху должно написано быть запись там и циферки такие. Ну у меня только FPS-ка написано. Ах, да, тоже FPS. А, 11:30, я еще целых 10 минут могу снимать. Ну давай. Давай, у тебя серия будет 10 минут, а у меня дофига и больше. Давай, потому что из-за моих косяков там всяких. Да-да-да, хороший ты человек. Слушай, я тебе сразу говорю, нам надо много ресурсов. Ну как много? Нам надо пару пауков загасить. Это раз. Найти один кусочек железа, один кусочек редстоуна, 8 камня, 4 палки. Но. Так. Но. Ну, короче, другими словами, нам нужен раздатчик, рычаг и кусок железа. И для чего это все? Вроде так, но я могу ошибаться. И для чего это все? Это для, ну как тебе сказать, ну что-то вроде супер-мега-шахтера.
Так, я сейчас 5 блоков добываю. Я какой-то дом химичу все. Ты химик у нас. Все, кирочка сломалась, как раз до гравия я дошел. Ненавижу гравий. Мне показалось, не кирочка сломалась, а ирочка сломалась. Эх ты, его супер, леща тебе дать, хороший. Ух ты! Какое красивое фигнюлин. Я сам не понимаю, что я творю. Хоть двери тут есть? Есть. Ой, у меня, короче, произошел глюк. Я все видел сквозь землю. А у меня из-за того, что у тебя произошел глюк, у меня только что подлаганул Майнкрафт. Да, это... А что такое фиолетовое было в шахте? Фиолетовое? Это, наверное, руда. А, такая фиолетовая непонятная штука, да? Да-да-да. Это такой кристалл. Короче, кристаллы нужны для крафта некоторых вещей. Так, как же мне сделать-то? Ребятки, напишите, я почему-то не вижу рецепты. Но я же говорю, тебе надо интерфейс изменить. Так я у меня уже. Ну-ка, я попробую маленький интерфейс сделать. Ну, там-то точно. Так, готово. Готово, я сказал. Настройки графики. Так, обычный, крупный, авто, мелкий. Ну-ка. Итак. И все равно нету. Странно. Ну ладно, за эту тему я как бы не беспокоюсь. Ладно, что не видно, ну не видно. Так, настройки. Вот теперь самая главная задача. Как мне? А, вот все, ништяк. Готово, интерфейс обычный. Готово, готово. Вернуться. И все равно не видно. Что это? Нахуй тебе этот остался. Так, PowerCraft. Это все и там, так, и там. А, вот я, наверное, здесь могу смотреть. Я же здесь могу смотреть, по сути. Тут какие-то ботиночки тут добавлены. Так, это у меня собака лает. Так, сейчас я успокою. На минутку отойду. Так. Питом. Так, все. Я кажется, ее успокоил, эту собачку. Только... Рендерах, так, что это такое? Какие-то шняги. Автоверстак, автоверстак. Что, он тут есть? Не автоверстак, а как-то он там, сейчас посмотрю, что это такое вообще. Крафтинг тул называется. Угу. Я спаунпоинт поставлю. Слушай, а я... Посмотри, как крафтится крафтинг тул. Что за крафтинг тул? Ну, посмотри. Это хорошая вещь, это, короче... А, вот вижу. Ой, я её себе нечаянно взял. Ай-яй-яй. Так, она крафтится из редстоуна и железного блока. Плохо. У нас нет ни того, ни другого. Какой-то дом вообще. Я... Волк, маленько поговори, я водички попью. Ну, что сказать, не знаю... Про жару я на версии Данила уже говорил. Сами можете посмотреть. То, что там я уже построил дом. Как бы уже можно начинать летсплей по жаре. Продолжать. Итак, спасибо. Угу. Я птички. Ребята, давно хотел сказать. Кому нравится Майнкрафт? Да вам почти всем нравится. Ну, как? Ну, посмотреть трезвым взглядом на эту игру. Потому что только наркоман... Ночь! Какая ночь? У меня только полдень. У тебя полдень? Да. А у меня солнышко уже садится. Ну, у меня то же самое. Mm-hmm. Да что? Так. Она... У нас камушек же есть, да? Не знаю, у тебя должен быть. А, ну я добыл. Я спать не могу. Почему? Ну, у меня, короче, это... Ещё не ночь. Смотри, заходи в домик. Поздравляем.
Ура, я женюсь на Волфсупере! Ты сейчас масашь. Слушай, скрафти, пожалуйста, этот... сундук. У меня дерева нет. Ой, спать. Подожди, вот здесь у нас будут печки стоять. Я чуть ли опять видео не выключил. А через что ты его включаешь? Ну, у меня, короче, букву Х и твердый знак. Так, Дима, у меня осталось 3 минутки. О, у меня целых 9, почти. 9? Ну, ты же пожалеешь, друг. Ну, ладно. Так, стоп, стоять. Сейчас мы маленько так. У меня дыхание мое слышно. Смотрите, вообще. Смотрите, ребята, что я смотрю, вот... Плохо я, конечно, что смотрю так. Так, сейчас я скрафчу еще одну печку. У тебя что, поле зрения изменено? Данил, тут ущелье. Круто. Вот тут вот вообще огромное, копаем здесь потом. Давай, ты там будешь копать, я здесь. Я так... себя, кстати, не вижу. Слушай, добудь железо, пожалуйста. Так, мне надо умереть. Так, я умер. Я сейчас безвозмездно сделаю тебе одну вещь. Что тебе найти за железо? Эл, иди сюда! Иди сюда! Все. Иди сюда, подойди ко мне. Сейчас. Хочешь, я тебе дам хорошую вещь? Давай. А, ты сзади? Шпендерья! Ух ты! И это я тебя благодарю вот за вот этим вот. Та-та-та-та-там. Слушай, вот давай я не помню, сколько отнимает каменный меч. Иди-ка сюда. 5 хп, по-моему. Ой, чё, я гоню. Нет, 3... Ой, 3... Ну, 3.5. А, так. Вернее, 2.5. У тебя есть топор? Деревянный. Деревянный? Надо добыть дерево. Ну, я вообще... Ну, вот я тебе дал ростки, ты должен их посадить. Пока время быстро идет, у меня уже 12 минут. Так. Ну, давай, короче, добудем дерево и попрощаемся. Давай, и сразу же начнем снимать вторую серию. Да-да-да. Итак, иди добавь дерево. Иду. Ой. О, что тут он? Этот, волк. Да какой ты волк? Ты Дима. Дима, да. Собирай этот. Семянушки потихоньку. Мы потом засадим их все. Семянушки. Ух ты, что я нашел. Ты обалдеешь, наверное. Или нет. Для меня так кажется. Подойди ко мне. Подошел. Так, смотри. Секретка, наверное, здесь. Да. Или нет. Нет, это не секретка. А что это такое? Ну, я мне показал, что тут такая пещера была. Так, тростник я посадил. Что, наверное... Давай уже закончим серию. Я ее назову эпичное видео. Ой, эпичная серия. А я назову, как я назову? Так, серверлаг подлагивает маленько. Ну ничего, бывает. Вот интересная штука Майнкрафт. Смотри, с модом из версии 1.5.2, 11 модов здесь установлено. Это все там аддоны всякие, в общем, форджи. Вот, Майнкрафт почти не лагает, еще и сервак причем, еще и бандикам сразу же снимает. А когда я играл на версии 1.6.2, без модов, без бандикам и без сервера, у меня лагало просто ужасно. Так, ладно. Что ж, я думаю, мы, наверное, на этом закончим. Погоди, надо по традиции встать вместе. Ну так ты подойди ко мне. Сейчас, маленечко осталось. Сделай Джеронима. Так, все, встаем, F5, F1. Всем удачи. И с вами был Коп 0534 и... Волк Супер, всем удачи, всем пока.